29 мая горно-алтайский футбольный клуб «Спартак» открывает новый сезон. Наши футболисты принимают призера прошлогоднего чемпионата команду «Строитель» из города Бийска, которая в этом сезоне является одним из претендентов на первое место. Матч состоится на стадионе «Динамо» в воскресенье в 18 часов. Телекомпания «Планета Сервис» планирует прямую трансляцию игры. Все желающие могут подключиться к каналу «Планета Сервис» на YouTube или к каналу «Планета ТВ» на айфонах, смартфонах и смарт-телевизорах, установив бесплатное приложение «Винтера».